нормальных обстоятельств этих челов красные падают сразу. Не то слово. Бля, может засосать сюда все? А ты повторы убрал, да, я так понимаю? Они кончились, наверное. А, ты до этого мотал. Или я убрал, блядь. Наверное, убрал, Саша. Понятно. Жесткий. Тогда. Блять. Спасибо, наверное. Что-то когда ты себе хуже сделал, мне кажется. Блять, а почему? Реально, блять. Подожди, я, ну, походу забагал. Я не отключал, по-моему, ничего. Ай, блять. Да нет, Как же мне кажется, классно. отключил, потому что и здесь тоже нету пропуска. Ну да, блять. Первый раз слышу про подобный баг. Блять, тут еще уроды Ну, пришли. потому что стянулся. Короче, охуенная попытка. Десять из десяти, это возьму, блядь. Да, это ты его взял, да. Я сейчас отъебу нахуй всех, блядь. Да, я не сомневаюсь. Мне вот только вот до красненького, блядь, дойти. А ты знаешь, где он вообще сейчас находится? Да все, я его взял. Ну, поздравляю тебя, бери всякую парашу теперь получишь. Хотя ты можешь пропуск нажимать или знания даже, если тебе выпадет что-то, что тебе не надо. Хотя бы это осталось. Долой яйца. Я не могу, конечно. Понятно. В прошлый раз не зашла, да? И там уже левелы. Кого? Уже конечная, блядь. Блядь, боже. А, кстати, тебе повезло, тебе помимо... А, все уже? Мне левела не хватило. Да нет. А, ну да, кстати, все. Блядь, как он, интересно, это проходил, блядь? Почему ему хватило? Может, порезали все-таки, правда? Ну, кстати, да, тебе же до этого не хватало левела. Ну, вообще, сколько-то бобнов само собой вышло. Чел, возможно, ну, разработчик тоже что-то гайд видел. Жень, ну, не на русском языке, само собой, потому что, скорее всего, навряд ли наш чел сам этот гайд открыл, скорее всего, на какого-то, блядь, западного блогера подсмотрел, как обычно. Не видно тут вообще нихуя. Да без разницы, коль, то есть лавра нет у тебя, оружки даже одной еще нет. Ладно. Надо без спешки, короче, пробовать. Да нахуй оживить, блядь, выйти даун. Да реально выключил, походу. Хотя вроде не тыкал их. Я вот это выключал. Стоит. Странно, блядь, кстати.
Через полчаса приду, Саша. Через полчаса, Саша, увидимся. Пизда, нахуй.